Лидер молдавской оппозиции Ринат Усатый сегодня назвал предстоящие президентские выборы в республике самыми грязными. Глава нашей партии заявил журналистам в Москве, что правящая коалиция, используя административный ресурс, будет всячески пытаться сфабриковать результаты воскресного голосования. Сегодня они, используя админресурс, уже, в принципе, готовят фальсификацию. Вызываются все госслужащие сегодня, не стесняясь, и которым выдают уже со вчерашнего дня готовый бюллетень с проштампованным, проштампованный, где понятно, за кого он проголосует. Именно с предстоящими выборами Ринат Усатый связывает и давление, которое оказывается сейчас на молдавскую оппозицию. Усатый считает, что уголовное дело, которое возбудили против него на родине, политическое. Его обвиняют в организации покушения на банкира Германа Горбунцова. На днях суд в Кишиневе выдал ордер на арест Усатого и объявил его в международный розыск. По словам оппозиционера, он готов доказать свою невиновность.